На территории Раменского городского округа располагается несколько крупных производственно-складских комплексов, в том числе комплекс «Быково» площадью 400 тысяч квадратных метров. Комплекс предлагает аренду и продажу складских и производственных помещений, ответственное хранение, услуги логистики. Одно из складских помещений площадью 28 тысяч квадратных метров предназначено для хранения и отгрузки строительных материалов и хозяйственных товаров для дома и огорода. Имеем у себя 20 тысяч наименований разной продукции, которые используются везде на рынке, в быту и в сельскохозяйственных каких-то организациях. На складе работает более 200 сотрудников, это именно складских сотрудников, занимающихся отбором, отгрузкой. Сотрудниками комплекса встретился глава Раменского городского округа Виктор Неволин. Он отметил, что местные власти заинтересованы в том, чтобы все четко функционировало. На этом предприятии уже не первый раз. Почему? Потому что здесь достаточно очень много людей, которые работают, и предприятий, которые реализуют свою деятельность. Мы получаем налоги, это очень-то нам позволяет заниматься программой и благоустройством. И много что. Если говорить об общей экономической ситуации в целом, то для нас она достаточно напряженная, но не так говоря, мягкая, да? Потому что все эти санкционные механизмы, которые против нас будут запущены, он имеет как большой тепловоз, инерционность большую. Правительство Московской области проводится достаточно, будем так говорить, последовательная политика по привлечению инвесторов на территорию. Виктория Самойлова и Андрей Пластунов для программы «Городские вести».